Добрый вечер, братья и сестры. Прошу вас открыть Евангелие от Матфея, 23 главу. Евангелие от Матфея, 23 глава. Я хочу проповедовать в этот вечер на тему «Очисти внутренность чаши». 25 и 26 стихи 23 главы. Это прямая речь нашего Господа Иисуса Христа. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Итак, очисти внутренность чаши. Мы видим в Священном Писании, что Бог нередко человека сравнивает с сосудом. Например, в пасторском послании к Тимофею Павел пишет о том, что в Доме Божьем есть разные сосуды. И он говорит о том, что есть разное употребление у этих сосудов. И вот здесь Иисус Христос точно так же, он сравнивает жизнь человека с чашей. И он обличает фарисеев, что они чистили внешность чаши, но внутренность не очистили. И он говорит, очисти внутренность, а не внешность. Другими словами, в этих простых стихах Иисус дает очень ясное такое понимание, что для Него важнее. Для Него важнее внутреннее, нежели внешнее. Нельзя сказать, что что-то не важно для Господа. Для Него важно и внешнее, и внутреннее. И наши внешние поступки, поведение, служение – все это важно. Но почему так важно внутреннее? Внешнее без внутреннего – это лицемерие в глазах Господа. Лицемер слепой. Вот мы видим, что Иисус Христос такого человека называет лицемером. Для того, чтобы понять, насколько важны эти и серьезны эти слова для нас, мы видим, что Иисус говорит «горе вам». И вот эти слова – это не что иное, как не просто такой упрек. Богословы говорят, что это проклятие на вечное осуждение человеку, который вот идет таким путем. Он сделал акцент на внешнем, но он абсолютно не заинтересован внутреннем. Горе вам. Когда Иисус Христос наставлял своих учеников, то мы можем увидеть в Священном Писании, как однажды Он к ним обращается в Луки 12:1 и говорит, «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». То есть Он называет вот этот акцент на внешнем, а не на внутреннем, закваской. А закваска, она имеет такое свойство захватывать и пронизывать все, куда ее бросили. То есть, если лицемерие возникает в жизни человека, и мы просто попались на вот эту удочку, что мы делаем акцент больше на внешнем, нежели на внутреннем, и мы начинаем лицемерить перед людьми, то рано или поздно это настолько захватит нас, как закваска, что мы придем в точку, когда мы будем лицемерить не только перед людьми, но мы начнем обманывать даже сами себя. И степень самообмана, она может быть просто потрясающей глубины. Она может достигать удивительных вершин. И если мы будем в таком состоянии, и на нас есть ответственность распространять Божье Царство, то есть два варианта, как будет дальше развиваться событие в жизни такого верующего человека. Во-первых, первый вариант заключается в том, что следующее поколение верующих, которых мы приведем к Богу, они будут еще более лицемерными, нежели мы. В Матфея 23:15 говорится, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим себя». То есть законничество, фарисейство, лицемерие в следующем поколении приобретает еще более уродливые формы. Но есть и второй вариант. Многие люди не поверят в нашу посвященную, талантливую игру в христианство. И они откажутся идти вместе с нами и назовут христианство религией лицемеров и скажут, что мы ничего с этим не хотим иметь общего. К сожалению, в этой группе оказываются самые близкие к нам люди. И нередко в этой группе оказываются наши дети. Поэтому сегодня мы поговорим именно об очищении внутренности, нашей внутренности. Мы вчера говорили немного об этом, о нашем внутреннем состоянии. И сегодня мы поговорим об этом также.
Когда-то Наполеон, он пришел на российскую землю, и вы знаете, у его армии была проблема. У многих из них была, знаете, проблема с кишечником. Интересно то, что у солдат были проблемы с кишечником, а у офицеров нет. Они пили из одних колодцев, из одних источников. Вы знаете, секрет обнаружился в том, что у всех офицеров, у них была такая серебряная чашка, это была серебряная такая фляжечка. Это была часть снаряжения офицера в французской армии. И они набирали, и вот вода была в этой серебряной фляжке. Считается, что обладает таким определенным антисептическим действием серебро. И поэтому офицеры, хотя они пили ту же воду, но, вы знаете, они не переживали вот этого отравления и не болели ни дизентерией, ни какими другими кишечными заболеваниями. И я хочу вам сказать, что мы все чаша. И Бог, Он желает, чтобы каждый из нас как сосуд был использован. Люди будут пить из нас воду. Все зависит от того, отравятся они или нет, от нашего внутреннего состояния. Господь говорит, очисть внутренность чаши. В этой проповеди я хочу обратить внимание на 7 определенных проблем внутренних, которые встречаются в жизни христиан. Конечно, перечень можно расширить намного больше, но это, на мой взгляд, наиболее распространенные проблемы. Я хочу уделить внимание этим 7 областям. Во-первых, первая проблема – это такая стержневая гордыня. Иакова 4:6 говорит нам, Бог гордым противится, Бог смиренным дает благодать. Однажды я общался с одним таким благословенным пастором, и он сказал мне, что, наверное, большинство проблем христиан, почему покидают церковь, почему конфликты, вот в семье какие-то проблемы – гордыня. Большинство проблем. И, к сожалению, христиане не всегда настроены на то, чтобы бороться с этой проблемой. Когда мы смотрим на Руфь, то она может быть некоторым прообразом для нас, как мы приходим в церковь. Она пришла из моавитского народа в культуру другого народа, на израильскую землю. Вот точно так же мы из мира приходим в церковь. Когда мы смотрим на Руфь, она имеет моавитские корни. И Моав был особенный народ. Вот если бы я задал вам вопрос, кто из вас полностью победил гордость? И вот кто-то поднял бы руку в зале, то было бы несколько вариантов. Первый – вы не услышали меня. Второй – вы не поняли вопроса. Третий – самый гордый человек на земле, который уже справился с гордыней, потому что это такая проблема, с которой мы продолжаем бороться. Когда мне кто-то говорит, ты гордый, я вообще даже не спорю с этим. Я говорю, конечно, вообще, мы все гордые, очень. Продолжаем бороться с этой проблемой. Это такая бородавка, такой мозоль на нашем сердце, с которым мы сражаемся в течение всей своей жизни. У меня когда-то на пальце возник вот мозоль, бородавка. Я срезал его, он снова появлялся. Я срезал, он появлялся. И отец мой увидел и говорит, я тебе такую мазь принесу, сынок. Это просто такая дрянь, я сразу убью твою мозоль. И я, в общем, помазал один раз, и все, этот мозоль исчез. И вы знаете, у Бога нету такой мази для твоей бородавки на твоем сердце. У Него есть инструменты, такие вот щипчики, там, знаете, ножницы, подстригать, но он снова и снова растет. Снова и снова появляется. Гордость – это то, с чем нам всем придется бороться до конца своей жизни. Есть такой мультик «Кунг-фу панда». Там разрушительный такой тайлунг, это разрушительный гепард. Его там скрутили, все, кажется, навечно. Но он 20 лет просидел, и рядом такое перышко упало маленькое. И он так взял его там и хвостом и открыл все замки и освободился. Вот, знаете, наша гордость, она похожа на вот этого тайлунга. Кажется, мы его скрутили, все, на лопатки положили, нету никаких шансов, не шевелится наша гордость. И вдруг маленькая похвала. Маленькое перышко, маленький комплимент. И ты смотришь, этот тайлунг уже поднимается, и снова нужно те же самые инструменты, которые Бог нам дал для того, чтобы подстригать этот мозоль на нашем сердце. И вот когда мы смотрим на Руфь, то она пришла из очень гордого народа. Мы все гордые, но Бог как-то особенно отмечает гордость Моава. Знаете, маленький, но гордый народ. Дважды он у пророков упоминает о Моаве, что это гордый народ. У Исаии и у Иеремии.
Иеремия, он позднее исторически находился, нежели Исаия. И у Иеремии отзыв хуже. Другими словами, они прогрессировали в своей гордыне. Мало того, что это была такая ярко выпеченная проблема, выпячивающаяся проблема в их жизни, но она еще и сильнее увеличивалась с годами и с поколениями. В Иеремии 49:15 сказано: «Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о его высокомерии, и его надменности, и кичливости, и его превозношении сердца его». Вот гордый народ. И вот Руфь из этого гордого народа приходит на территорию Израиля, и она не просто принимает Бога. Вы знаете, она была смиренная женщина. Она приняла и культуру того народа, с которым, в который она пришла. Она сказала: «Твой Бог – мой Бог, и твой народ – мой народ». И сегодня такие странные христиане: «Иисус мой Господь, с церковью ничего не хочу иметь общего». Очень странные люди. Первый шаг смирения – это признать, что у меня тот же Бог, и тот народ, который есть у Господа, он тоже, он мой народ, я буду иметь часть с этим народом. И я принимаю культуру этого народа. Мы также видим, что эта женщина, она, знаете, уважала свою наставницу. Она заботилась о ней, она осталась, чтобы печься об этой женщине, которая была социально не защищена в тот момент. И вы знаете, она слушалась наставления этой женщины. Когда та дала ей советы, как поступить в отношении Вооза, она сказала: «Сделаю все, как ты мне сказала». И вот мы видим, для того, чтобы работать нам смирением, нужно принять то, что мы часть Божьего народа, не отделяться никаким образом. Хорошо, когда у нас есть наставники, и не просто они есть, а когда мы слушаем этих наставников. Аминь. Вот точно так же мы приходим из мира. Писание говорит, один из мотивирующих факторов в жизни людей в мире – это гордость житейская, так выразил Иоанн. Что такое гордость житейская? Это желание похвалы, желание славы, желание быть известным, желание, знаете, людьми переставлять как пешками, иметь власть и наслаждаться этим. Вот это вот то, к чему стремятся люди в миру. Библия говорит о том, что мы приходим в царство смирения. И нам нужно бороться с этим мозолем в нашем сердце. Бог гордым противится, Бог смиренным дает благодать. Но я обнаружил такую вещь, что христиане, приходя в церковь, принимая Иисуса Господом и находясь в церкви, не всегда борются с этой проблемой. Мало того, гордость может переформатироваться, одеваться в такие религиозные одежды, так что это может выглядеть как ревность по Богу, а на самом деле это не что иное, как проявление гордыни. Есть огромное отличие в том, чтобы ревновать о чистоте, о святости, о служении в жизни других людей и ревновать о чистоте, о святости и служении в своей жизни. Вы знаете, многие люди, они настолько ревностны в том, чтобы изменить мир, изменяя других. Это удивительно. Но Библия говорит, вникая в себя и в учение. В Матфея 7 главе Иисус говорит о таком подходе с 3 по 5 стих. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Вот эта проблема, она снова и снова проявляется. Ревность, прошу прощения, гордость, одетая в религиозную одежду, часто выглядит как ревность по Богу, ревность в служении, ревность в увидеть святость, но в жизни других людей. Эти люди требуют изменения и перемен, и зачастую в церкви, в жизни других людей, но они не забочены о посвящении в этом вопросе в своей жизни. Это не что иное, как просто новое проявление гордыни, и не более того. Вынь, вот лицемер, из своего глаза бревно. Хочу привести вам один пример. Однажды Самуил пришел в дом Иессея помазать нового царя. И он увидел там старшего сына Иессея, Илиава. Ему сразу показалось, что это именно тот человек, новый помазанник. И Господь сказал: нет, я смотрю не на лицо, я смотрю на сердце. То есть, если перефразировать эту фразу, можно сказать, у него проблемы с сердцем. И мы можем задать вопрос, а какие проблемы с сердцем у Илиава? Я хочу вам сказать, они в следующей главе очень легко проявляются. Когда Давид приходит на сражение, знаете, что Илиав говорит Давиду? Вот ты с высокомерным сердцем пришел сюда посмотреть на сражение. Это человек с бревном, который видит даже тень проблемы в жизни каждого, другого человека, в жизни своего брата. Илиав
просто гордые, вот и все. Знаете, гордые люди готовы сражаться за то, чтобы жизнь людей освещалась, менялась, люди посвящали себя, но при этом они не озабочены об этом в своей жизни. Бог гордым противится, Бог смиренным дает благодать. Итак, это такой мозоль, который никогда не исчезнет. Нам нужно держать щипчики в своих руках, держать ножницы. А какие? И вы знаете, это очень разные инструменты, которые нам Бог дал. Например, служение друг другу. Вот когда студенты учатся вместе в замкнутом помещении, пространстве, я всегда советую стирать носки друг друга. Вот. Это сложно, но, знаете, есть разные стадии загрязнения носков. Первое, ты заходишь в транспорт, другие выходят. Ладно, не буду перечислять все стадии загрязнения. Суть в том, что даже не дожидайся первой стадии, просто возьми и вот начни служить, это смирение. Мой пастор рассказывал момент, как они были в миссионерской поездке, и один брат начал носки стирать. Мой пастор, он говорит, сделал глупость, я решил подколоть его и сказал, не постираешь мои? А вот тот просто так спокойно взял, говорит, конечно, постираю. И вообще без всяких проблем, он говорит, мне так стыдно стало вообще. Знаете, есть люди, которые просто, для них это не проблема, послужить и носки постирать. Служение друг другу, и самое разнообразное, это не что иное, как смирение. Пост, молитва, исповедь, покаяние. Есть различные средства, которые Бог нам оставил. Во втором Паралипоменон 7.14 говорится, «И смирится народ мой, который именуется именем моим». Это как будто прямо о нас, о христианах. «И будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, прощу грехи их, исцелю землю их». Вы знаете, наше смирение выражается в молитве, оно выражается в покаянии. Я слышал об одном пробуждении в 19 веке. Церковь приняло решение, будем искать Господа, будем молиться, чтобы пришло пробуждение. И они устроили ежедневные вечерние собрания. Каждый вечер они приходили на молитву, и они молились месяц, нет пробуждения. Два, нет пробуждения. Три, нет пробуждения. Шесть месяцев, нет пробуждения. На восьмой месяц на молитвенном собрании они подрались. И после этого им пришлось мириться, каяться, плакать, и Дух Святой пришел после этого. Что-то мешало Богу прийти, но когда они смирились, и вся эта гордыня вылезла, и они покаялись, и кровь Христа смыла это, вот тогда смиренным Бог дает благодать. Аминь. Есть вторая проблема, о которой я хочу говорить, это обида. Есть обида на людей. И иногда случается так, что люди даже и на Бога бывают обижены. Ну, начнем с людей. Когда люди обижаются, то это выражается в том, что они не хотят с этим человеком общаться. Заметили вы это или нет? Если на кого-то обижен, ты обходишь его стороной. Ну, встретились, ладно. Вот. Но так специально встречаться не хочется. Но мало того, эти люди ищут соратников, которые тоже будут на тебя косо смотреть. Ничто так не объединяет, как общий враг. И вот в Евреям 12 главе 15 стихе говорится, «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». То есть мы становимся такими людьми со знаком минус, негативным влиянием. Мы заражаем людей вот этим негативным взглядом на конкретного человека, своей обидой. Очень плохо, когда это обида на лидера в церкви, на пастора, на лидера служения. Это тогда большая проблема. Но мы видим, что проблема этого греха заключается в том, что этот грех, он может даже лишить человека благодати Божией. Дело в том, что для того, чтобы получить благодать, нам нужно смотреть на Господа. Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, взирая на начальника и совершителя веры. Нужно смотреть на Господа, чтобы получить благодать. Но когда человек обижен, он видит своего обидчика, и он видит свою боль. Вот на этом он очень сосредоточен, и он завязан в такой узел. И я хочу вам сказать, решение проблемы – это прощение. В Ефесянам 4:32 говорится, «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас». У богословов есть такая шутка, что человек, который делил Библию на главы,
Он путешествовал на лошади, и когда он доезжал до следующей деревни, то он ставил следующая глава и спускался. И поэтому часто смысл прерывается совсем не там, где надо. Конечно, это шутка, но какой-то смысл в этой шутке есть, потому что действительно мысль прервана совсем не там, где надо. Пятая глава, она начинается со стиха «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное». То есть, другими словами, наиболее, как ты можешь быть похожим на Бога, это когда ты прощающая, милующая личность. Бог прощает тех, кто просит прощения. Он простирает свое прощение сегодня к человеку, даже когда тот не просит прощения. Но когда тот просит прощения, то он примиряется с ним. Бог как бы говорит, я готов тебя простить. И мы от имени Христова просим, примиритесь с Богом, говорит Священное Писание. Но когда мы прощаем, мы становимся очень похожими на Господа, которому мы поклоняемся. Есть такой автор, писатель Джон Мейсон, есть его очень известная книга, достаточно известная. «Ты родился оригиналом, не умри копией». И вот он в своей книге пишет следующие слова. «Простить – это отпустить измученного на свободу, при этом обнаружив, что пленником был ты сам». Сегодня даже медики приходят к тому, что причиной многих болезней является то, что человек обижен. Когда люди обижаются, то у них возникают многие болезни. И Писание, оно подтверждает эту идею. В Матфея 18 главе говорится о том, что если человек не прощает, то он оказывается в темнице с истязателями. Тут и стрессы, тут и болезни, тут и депрессия, очень много проблем. И Библия об этом говорит, и даже сегодня современная медицина подтверждает то же самое. Но Библия призывает нас ходить в прощении. Жить в прощении. Неважно, сколько тебя обидели, Библия призывает нас к тому, чтобы мы прощали. Однажды я слышал свидетельство одного человека на Троздиасе. Он рассказывал, как у него были замечательные отношения с сыном. И сыну было уже 16 лет, и вдруг его сын повесился. Так говорило следствие, что он повесился. Но у него были хорошие отношения с сыном, и он знал, что у него были конфликты с некоторыми людьми. И он подозревал, что кто его убил. И потом он взял и открыл его дневник, и он увидел, кто его убил и с кем у него были проблемы. Он знал, кто его убил. Он говорит, с этого момента у меня, говорит, появилась такая привычка точить нож. Вот, говорит, я мог часами сидеть и точить нож. Говорит, проверять, насколько острый. И в этот момент, вот под этот звук, он говорит, я просто представлял, как я воткну в этого человека, как я буду вертеть его внутри, как я буду наслаждаться местью, смотря на боль в глаза этого человека. Но вы знаете, этот человек просто уверовал в Иисуса Христа. И он вдруг понял, Библия говорит о том, что он должен простить. И он говорит, я знаю, кто убил моего сына, но он по-прежнему жив, потому что я простил его. Почему я простил его? Потому что Бог простил мне так много через жертву Иисуса Христа. Вы знаете, один человек, он рассказывает, как в Узбекистане он сидел в такой необычной тюрьме, она там где-то в пустыне была, ну, для особо диких. И он говорит, среди этих диких я был особо дикий. И он говорит, меня очень не любил вот начальник тюрьмы, и он говорит, меня однажды в один день в наручники руки-ноги, говорит, начали бросать о стену. И вот бросали, у меня там и зубы повылетали, и кости поломались. Я, говорит, просто кусок мяса. И, говорит, вечером всех выстроили, и, говорит, меня поставили на колени. И начальник на этом вот так публично ногу засунул в свой туфель мне в рот. И говорит, чтобы я просто не слышал тебя больше, заткнись. Когда, говорит, меня вечером загрузили на верхнюю полку, потому что туда залезть я сам практически не в состоянии был. И говорит, я лежал, и боль меня не беспокоила. То, что меня беспокоило, это как я должен ему отомстить. И он говорит, еще мне там оставалось сидеть 6 или 7 лет. И он говорит, и я думал, как я отомщу. Я знал, что он уже уволится, он будет на пенсии. Я найду его, я отомщу не просто ему, я отомщу его семье. И вот смотрите, вот эти 6-7 лет прошли у него в тюрьме, и он вот это развивал внутри. Когда он вышел из тюрьмы, он пришел к своему другу у колодца. Ну, тот как-то должен дать ему наркотик вместе. Давно не виделись, пришел к нему, а тот ему вместо наркотика дал Евангелие. И он там прямо сразу и покаялся. И вот здесь все планы его начали рушиться.
потому что он узнал, что, оказывается, христианин должен прощать. И вы знаете, он рассказывает, простить-то вроде я вот прощаю, но, говорит, внутри у меня тяжело. Да, я не ищу этого человека, но внутри у меня такой тяжелый камень. И он говорит, и мне снится сон постоянно, я бегу за этим человеком с ножом. И этот сон продолжается, и это мне дает такое понимание, что я никак его не прощу, я обижен. И я вроде бы говорю, что прощаю, но внутри у меня тяжело. И однажды он слышал очередную проповедь о прощении, и когда в ту ночь он спал, он снова бежал за этим человеком и догнал его в углу. И тот в таком страхе, а он говорит, а я беру нож и бросаю в землю, и говорю, я прощаю тебя. И говорит, я проснулся, я понял, я простил. Вы знаете, иногда действительно может быть этот процесс очень непростой, когда мы никак не можем простить, но нам нужно простить. И кроме того, что мы обижаемся на людей, иногда мы даже обижаемся на Бога. И часто это бывает причиной, почему мы обижаемся на Бога. Бывает то, что что-то случилось не так, как мы хотели. Мы чего-то ожидали от Него, Бог не ответил. Бог сказал «нет». Мы хотели по одному, случилось по-другому, ну, и мы как бы обижаемся на Бога. Повторю вот эту мысль, когда ты обижен на кого-то, ты с ним не хочешь общаться. Вы знаете, когда христианин вдруг обиделся на Бога, вы знаете, он может продолжать делать то, что он делал прежде. На воскресных собраниях он присутствует, служить он служит, но на самом деле с Богом он не общается. И он просто рождает религию в самом негативном смысле этого слова. Когда человек, его внешнее поведение и практика полностью противоречит его внутреннему состоянию. Он вроде бы внешне Богу служит, а внутренне с ним даже не хочет общаться. И я хочу вам сказать, что здесь есть одна проблема. Иногда нам говорят о том, что выход из прощения, когда ты обижен на Бога, прости Бога. Но прощение Бога – это действие, близкое к богохульству. Мы не можем прощать Бога. Это Бог прощает нас. Но состояние-то обиды бывает. Тогда вопрос, как выйти из этого состояния? И ответ заключается в следующем. Покаяться в своей неправильной реакции на ситуацию. Смириться и принять Божье прощение. В Библии нет прощения Бога. В Библии есть прощение Бога нас. И вот когда мы смиряемся и говорим, я был неправ, мое поведение, мои поступки, мои действия, они были неверными, Господь. Я вместо того, чтобы искать Тебя, вместо того, чтобы искать утешение у Тебя, я отвернулся, я обиделся, я неправ. Вот тогда мы принимаем божественное прощение и находим исцеление в Его объятиях. Вы знаете, наша жизнь, она зачастую терпит такие, знаете, проломы приходят в нашу жизнь. И нередко это обстоятельства извне, что-то бьет по нам. Но мы можем обнаружить, что вот если сравнить нашу жизнь с городом Иерусалимом, не всегда стены ломались извне. Иногда стены ломались изнутри. Например, такой царь был Сидекия. И когда город окружили, и там стучали стены, вы знаете, он взял, проломал стену и пытался убежать. Знаете, иногда проблема ран – это не Бог ранил тебя. Это твое гордое «я», оно ранило тебя. И нужно смириться, покаяться, сказать, «Бог, я не прав». И тогда твой город, он снова исцеляется, снова появляются стены, потому что Бог исцеляет нас в этом случае. Есть третья проблема, о которой я хочу говорить. Это неисцеленные эмоции, раненые эмоции, гнев, ненависть, раздражение, ярость. Это греховные проявления наших эмоций. Очень трудно построить с Богом близкие отношения, если мы оскорбляем Его регулярно. В Ефесянам 4:30 говорится, «Не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления». И следующий стих говорит о том, как мы это делаем. «Всякое раздражение, ярость, гнев и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас». Когда мы наполняемся Духом Святым, и при этом мы оскорбляем Его посредством гнева, раздражения, знаете, мы просто выпрыгиваем из Духа. Многие христиане понимают, о чем идет речь. Мы легко можем наполняться, но легко это все теряем. Невозможно построить близкие отношения с кем-то, если ты регулярно его оскорбляешь. Есть такое мнение, ну, оно приходит из психологии, что
Не надо удерживать свои эмоции. А будешь удерживать там свой гнев, свою раздражительность, вот, то просто это убьет тебя, это разрушит тебя, это плохо. И, знаете, нужно оговориться и да, и нет. Есть что-то и хорошее, и плохое в этом утверждении. Плохое, если ты вот этот пар внутренний выплескиваешь на людей. Вот тогда это грех, это оскорбляет Духа Святого, это ранит других людей. Но совсем другое дело, если ты этот пар поднимаешь к Богу, если ты вдруг показываешь всю свою боль, все свое напряжение Богу, вот тогда Он может исцелить твои эмоции. В Псалме 41, 5 стихе мы видим, как Давид просто выпускает пар. «Вспоминая об этом, изливаю душу мою». Знаете, если человек об ситуации какой-то вспоминает болезненной, об обстоятельствах, где его ранили, ему становится больно, ему хочется сразу об этом говорить, это говорит о том, что рана еще не исцелилась. Вспоминая об этом, изливаю душу свою. Человеку сразу хочется говорить об этом. И дальше он говорит, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий, со гласом радости и славословия, и празднующего сома. В общем, проблема была такая, он с людьми вместе поклонялся, а потом наступает момент, когда у него проблема, эти люди сказали, теперь посмотрим, где его Бог. И Давида это так ранило. Он говорит, вспоминая об этом, изливаю душу мою. Но смотрите, сильная сторона Давида заключается в том, что он свои раны показывает Богу. Не просто людям, а он показывает это Господу, который может это исцелить. Аминь. Вы знаете, когда мы смотрим следующий стих, Ефесянам 4:32, то мы видим вот эту последовательную мысль. Не оскорбляйте Духа Святого. Как мы ее оскорбляем? Вот этими неосвященными эмоциями. И потом сказано, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Другими словами, иногда причиной наших неосвященных эмоций является то, что мы где-то кого-то не простили. Причем бывает так, что мы не простили в одной сфере человека, а эмоции выплескиваются в другой. Ты обижен на человека, которого 15 лет уже не видел. Зато эмоции ежедневно в своей семье выплескиваешь. Поэтому прости для того, чтобы найти исцеление вот своим неосвященным эмоциям. В притче 16:32 говорится, «Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города». Вы знаете, мы в определенные моменты способны владеть собой. Это когда мы перед людьми власти. Вот когда начальник на тебя кричит, у тебя волосы там шевелятся на голове, но ты такой смиренный, ты вот смиряешься, ты не хочешь потерять работу, все нормально, я выдержу, мне нужна моя профессия, это место. Но домой ты пришел, и вот эта пружина внутри, эта обида, она вдруг разжимается, и на кого? На жену накричал. А жена, она накричала на детей. А старшие дети накричали на младших, а младший просто пнул собаку. И этот каток катится просто. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь. Давайте научимся смирение проявлять не только перед людьми власти, но во всех обстоятельствах. И повторюсь, иногда у нас неосвященные эмоции. Опять-таки, проблема идет от обиды. Мы где-то кого-то не простили. Поэтому у нас неосвященные эмоции. Четвертая проблема – это душевные узы. В Псалме 77, 8 стих Господь говорит, «И не быть подобными отцам их, роду упорному, мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Вы знаете, для Бога очень важно, чтобы мы были верны не просто внешне, но чтобы мы были верны внутренне. И Он описывает, что Израиль, он не верен ему внутренне. Внешне они на праздниках, внешне они служат, а внутри ничего подобного. Бог говорит, я все это вижу. Например, вот как Он описывает это в книге пророка Исаия. Если у вас есть Библия, давайте откроем первую главу. Я прочитаю 5 стихов с 11 по 15 стихи. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня.
Новомесячие и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Внешне все нормально, они на праздниках, они во дворе Господнем, они служат Богу, и жертвы есть. Но Бог говорит, внутренне, вы не верны мне духом. Мне вот это все, ваше внешнее, ну, кого-то ты можешь впечатлить, соседа. Меня это не впечатляет, потому что ты внутренне не верен. Когда мы говорим о душевных узах, нету этой фразы в Священном Писании, но мы говорим об отношениях между полами и таких неправильных отношениях. И здесь иногда бывает так, что люди в браке, они имеют, казалось бы, внешне все нормально. Человек в семье, человек не убежал, он деньги домой приносит, жена стирает и готовит, и вместе даже спят, но внутри нет верности. Внутри один человек беседует с другой дамой, он общается с ней, он думает, он задает ей вопросы и отвечает на ее вопросы. Он думает о ней, или она думает о каком-то другом принце, и она с кем-то другим разговаривает, и ее влечет, ее тянет, хотя она в браке, она в семье. Внешне все нормально, а внутри неверность. Это душевные узы. Душевные узы нередко возникают еще до брака. И когда люди вступают в брак, они говорят такие слова: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Лишь смерть одна да разлучит нас. Не оставлю – это значит физически не оставить друг друга. Не покину – это эмоционально не оставить друг друга. Не покинут. Иногда бывает такая проблема, что человек оставил, но не покинул. А бывает так, что человек не оставил, но уже давно-давно покинул. А иногда люди приходят в брак и говорят: «Я не оставлю, не покину тебя». А на самом деле они кого-то еще не покинули. И это очень сильно влияет на тот брак, который только-только на самом деле создается. Душевные узы редко бывают результатом прямых сексуальных отношений. Иногда это бывает колдовство, но чаще всего это отношения флирта. Это просто комплименты, это просто отношения. Обычно возникают душевные узы, лишь потом возникает сексуальное падение. И Дэвид Вилкерсон в свое время говорил о том, что сегодня для нас искушением является не Далида, а Версавия. Два мужа Божьих упали в результате сексуальных отношений, в результате проблем женщины. Это Самсон, и мы видим, что это Давид. Но Самсон упал из-за язычницы, а Давид упал из-за женщины и своего народа. И Версавия, она была религиозна, она когда они согрешили, то она очистилась и вернулась домой. Очиститься – это 7 дней. То есть, по сути дела, вы знаете, вот что подкупает людей в церкви? Что общего у зрелого христианина с женщиной или мужчинами из мира? Да ничего общего. Внутренних соприкосновений, разные какие-то приоритеты. Абсолютно, понимаете? Поэтому чаще всего возникают проблемы именно в церкви. Мало того, это часто люди активные. Общий взгляд на Бога, общее богословие, общая ревность какая-то по Богу. То, что начинается как ревность по Богу, вдруг заканчивается в плоти просто. Душевными узами и проблемами. И наша проблема сегодня, действительно, там, где нам нужно бодрствовать, это Божий народ. Проблемы возникают, душевных уз, именно с людьми, которые находятся в Божьем народе. Одно из ключевых проявлений этой проблемы заключается в том, что человек неотступно думает о другом человеке. Он как будто залез ему под корку. Он о нем думает, он с ним разговаривает, он с ним переписывается, он с ним в постоянном каком-то контакте, общении. Хотя он находится дома, на работе, где-то, но он вот в этом постоянном общении. Он, знаете, такая липкая мысль просто пришла, с которой он не может расстаться. Я хочу вам сказать, если человек начинает чувствовать этого человека уже, то это, значит, человек серьезно очень вляпался уже. Такая липкая, серьезная проблема. То, что
многие грехи, они начинаются в плоти. Дела плоти, они известны. И здесь мы видим и прелюбодеяние, блуд, и идолопоклонство. Но то, что начинается в плоти, часто к этому присоединяется духовная проблема. Как говорят о том, что грех, он сначала робко застенчивый, потом он привычно стабильный, потом он рабско-демонический. Вот. И когда человек вот укрепляется в своем проблеме, то нередко здесь приходит такая демоническая поддержка, это такая демоническая стрела, и с ней не так просто человеку справиться. Что делать? А делать можно вот что. Во-первых, надо покаяться. Во-вторых, можно отречься. В-третьих, нужно перестать кормить эту связь. Кормить связь – это перестать поддерживать отношения. Диалог должен прекратиться. И вот это кажется невозможно людям, потому что им это то, чего хочется. Это такой, знаете, эмоциональный наркотик. И когда обоюдная связь, такое влечение друг к другу, то, знаете, один начинает убегать, другой за ним бежит. Этот побежал, этот за ним. Если они расстались, и у них разговор закончился на каких-то приятных нотах, там, комплименты, слова благодарности, человек – эйфория. Но если в конфликте он спать не может, ему нужно снова разобраться и довести до какого-то точки, чтобы был мир между ними. Вот так люди, знаете, попадаются. Перестань кормить эту связь. Есть такой кинофильм, называется «Выгодное предложение». Это абсолютно неверующий фильм. И там рассказывается о ценителе искусства. Он на аукционах ведущий, и он разбирается, он просто видит, что вот это или подделка, или настоящий. Кто-то говорит, это настоящий. Он говорит, нет, вот видите, здесь подделка. И так как он понимает, где подделка, где настоящая, люди что-то видят, ну, это подделка, думают они, а он понимает, это настоящее. Поэтому он множество картин настоящих купил за не очень высокую цену. Людям казалось, что это высокая цена, вот, подделка, он знал, это настоящее, и заплатил. И поэтому у него был такой зальчик дома, где он просто один заходил, и он любовался этими картинами. И вдруг ему такое предложение. Женщина звонит с нервным голосом таким, в общем, просит, чтобы ее имущество продали. Вот умерли родители, и она хочет, чтобы именно он посмотрел ее имущество, и чтобы он это выставил на аукционе. Он приходит, смотрит, ну, есть что продать, картины, старый дом, но с ней он не может лично встретиться, у нее какая-то странная болезнь. Она разговаривает с ним из-за стены. И вы знаете, он узнает, общаясь с ней, о том, что она какую-то там травму, там, такую эмоциональную претерпела, какое-то предательство. Он проникает таким сожалением к ней, он даже там начал продукты ей приносить. Однажды он остался, сделал вид, что ушел, и увидел ее. И увидел, это красивая женщина вообще. И он проникает таким сожалением к этой женщине. Наступает момент, когда он однажды идет к ее дому, и его избивают. И он в последний момент звонит ей, и она выходит из дома, вызывает скорую, и с каталкой рядом идет, следует за ним. И, вот, знаете, он такой счастливый, она победила свои страхи. В любви нет страха, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Он вообще не чувствует своей боли, он счастлив, что она преодолела все свои барьеры, и у нее теперь просто прорыв в жизни, новая какая-то эпоха в ее жизни. Их отношения еще больше сближаются, она переезжает к нему, и он говорит, мне нет смысла работать, есть ради чего жить. Это будет последний аукцион. И он едет на аукцион, там всем объявляют, что это последний аукцион, возвращается, нету этой девушки, нету картин в этом доме. Это был большой, долгий, серьезный развод этого человека. И фильм показывает, как любитель искусства, который знает, что настоящее, а что подделка. Вот знаете, не смог разобраться, настоящая болезнь и ложная болезнь. Настоящее выздоровление, ложное выздоровление, истинные чувства и просто подделка. Вы знаете, купился на такую, знаете, его поймали на, вот на такое, знаете, сожаление, когда он имел жалость к этой женщине. Есть один знакомый пастор у меня, он говорит так, жалость – это такие бесы.
Вы знаете, вырванная из контекста фраза может показаться очень странной. Но, знаете, жалость – это такие бесы. Он голодный, надо накормить. Она больная, надо ее посетить. Он ранен, надо поддержать. Она одинока, надо составить компанию. Мне один пастор рассказывал об одной тюрьме в Казахстане для подростков. Подростки-преступники, то есть у них сознание просто, это преступники настоящие, хотя подростки. Самая крутая фишка у них – это поймать бабочку. Что такое поймать бабочку? Оказывается, есть не только охраняют их мужчины, а еще и женщины охраняют. И вот знаете, так упасть на жалость, так рассказать до слез о том, как вообще плохо, что с ними случилось. И женщины начинают, знаете, там жалеть, утешать. И как только она с ним начинает спать, кто-то из угла их фотографирует. И с этого момента он начинает ее шантажировать, что это все выйдет на свет к мужу. И он вызывает ее, она спит с ним. Мало того, некоторые доходят до того, что начинают продавать ее. И она думает, еще немного, он сейчас выйдет, я освобожусь. Он выходит и передает следующему. И там до суицидов. Вот это вот такая крутая круть, поймать бабочку. Но начинается все жалость. Есть еще один неверующий фильм, он именно очень сильная постановка о душевных связях. Это «Кипяток». И там женщина, у нее муж, но потом она спит с молодым парнем, а потом с его отцом. И все начинается с жалости. Пожалела парня, которого унизили там однокурсницы. Как-то жалко стало, из жалости переспала с ним. Некоторые люди такие, вот знаете, у меня одна знакомая, она говорит, у нас была в общежитии, когда мы учились в институте, знакомая, она говорит, она просто спала со всеми парнями. Говорит, женщины обращаются к ней, к женщине. Что ты делаешь вообще? Зачем тебе это надо? Мне их жалко. Матерь Тереза. Знаете, чувства, которые не освящены заповедью, это похоть. Это похоть. Мы не можем оправдать все. Я люблю, и я жалею. Знаете, если ты имеешь какие-то добродетели, но эти добродетели разрушают брак, приступают заповедь, разрушают церковь, институты, установленные Богом, то я хочу тебе сказать, не причиняй добро. Вообще-то добро делают, а зло причиняют. Но некоторые добро делают, но как-то причиняют его, понимаете? И их жизнь разрушается, и жизнь других разрушается. Перестань причинять добро. Есть пятая проблема. Это чувство вины. В Римлянам 5.1 говорится о том, что мы примирились с Богом. В Римлянам 8.1 говорится, что живущие по духу, они, нет над ними никакого осуждения. И речь идет о рожденных свыше людях. И это очень парадоксально, когда человек говорит, я христианин, но у него чувство вины. Что-то здесь не так. Я хочу вам предложить некоторые варианты, почему может возникнуть чувство вины у человека. На самом деле причины могут быть очень разнообразны. Первая причина заключается в том, что человек, возможно, так и не понял Евангелие. Он давно в церкви, и он старается купить свое прощение делами, жертвенностью, посвящением, служением. И он не понял, что прощение с неба, оно просто принимается. Как Мартин Лютер говорит, его просто нужно вдохнуть. Вот и все. Ты просто принимаешь те достижения, которые на кресте Иисус достиг для тебя. И ты принимаешь Божие прощение. Иногда люди просто банально не поняли Евангелие. И им нужно его объяснить до конца, чтобы оно им открылось. Вторая причина, она заключается в том, что иногда люди реально нуждаются в покаянии. Это укор совести со стороны Бога. Потому что есть такие грехи, которые требуют от нас примирения с другим человеком, а не просто покаяние перед Богом. Оно требует того, чтобы покаяние, чтобы мы возместили ущерб. Иногда наше покаяние, оно требует того, чтобы мы начали заботиться о своих детях, алименты выплачивать. Знаете, как один человек, он говорил, вот у меня чувство вины, ну расскажите, что, как... И он говорит, ну у меня... Я оставил жену с детьми, там алименты не плачу.
вот они там сейчас в плохом состоянии, помолитесь, чтобы не было чувства вины. Я говорю, я как-то не могу это разрушить. Нету власти такой. Вот, понимаете, тебе нужно позаботиться о детях своих. Твое покаяние в этом заключается, чтобы дети твои не голодали, не нуждались. Вот это покаяние. И тогда и чувство вины уйдет. Потому что иногда чувство вины – это реально укор совести. Это Божий голос через совесть человека. Есть третий вариант. Это, опять-таки, проблема, о которой мы говорили уже – гордыня. И человек, он говорит, Бог меня прощает, я себя не прощаю. И его престол, он выше Божьего престола. Вот Божий престол, я, судья, более крутой, более компетентный, Бог может и может простить, я понимаю, что простить за это нельзя на самом деле, я себя не прощаю. Гордыня, вот и все. Бог – верховный судья, и ты прими свое прощение. И есть четвертая проблема, почему может возникать чувство вины. Она заключается в том, что иногда люди согрешают грехами смерти. Так называются грехи, которые за них в Ветхом Завете побивали камнями. И когда человек в Новом Завете, и особенно уже когда христианин, он покаялся вот такими, согрешил такими грехами, он покаялся, и Бог простил его, но человеку не так легко бывает получить прощение. В этом случае инструмент, который предлагает нам Бог, это исповедь, когда ты можешь исповедовать этот грех не просто Богу, но можешь исповедоваться пастору для того, чтобы обрести вот этот покой, чтобы чувство вины, оно ушло. Потому что в данном случае, в четвертой ситуации, это ложь дьявола. Бог прощает, а человек никак не может принять прощение. И дьявол сел просто на плечо и говорит, нет прощения, нет прощения. У него есть такая любимая пластинка. Сергей Павлович Свор говорил, что он говорит, первую сторону тебе ставит, согреши, 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 согреши. Если ты внимательно слушал эту сторону, он переворачивает, нет прощения, нет прощения. Вот этот трюк дьявольский, он снова и снова. И когда серьезный грех, человек покаялся, Бог простил, а человек не может это принять, и чувство вины досаждает ему. Вы знаете, здесь есть одна проблема. Хочется вспомнить еще об одном ложном клише. Прости себя. Я уже сказал, что нет прощения Бога в Библии. И нету прощения себя в Библии. Вы можете это встретить в современной психологии, в некоторых ветрах учения, которые проникают в церковь. Но в Библии есть только Божье прощение, которое надо принять, и прощение других, которое требует от тебя Господь. Ты не можешь простить себя. То, что тебе нужно, это принять Божье прощение через покаяние. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вы знаете, когда у человека чувство вины, это очень сильно влияет на близость его отношений с Господом. Это влияет на смелость, которая есть внутри нас, чтобы приходить пред лицо Господа. В Евреям 4:16 говорится о том, чтобы мы приступали с дерзновением к престолу благодати. Вот это дерзновение и смелость, они исчезают из-за чувства вины. Я думаю, многие из вас смотрели такой фильм «Остров». И там о человеке, который служит монахом, он такой отшельник, и он близкие отношения имеет с Богом. И в то же время его чувство вины он имеет очень сильное внутри. И я хочу вам сказать, это противоречие, это невозможно. Вот здесь режиссеры просто не посоветовались с духовными людьми. С чувством вины невозможно иметь близких отношений с Богом. Он там молится за, там, например, ребенка, благодать сходит, там, люди вокруг начинают плакать, исцеление приходит. Очевидно, такие близкие отношения с Богом. Его просто мучает чувство вины. Это невозможно. Мы видим, как, например, израильтяне, когда заходят в обетованную землю, и Бог говорит, обрезаться. И, конечно, на глазах у Иерихона обрезаться, помните, весь город был уничтожен один. В третий день обрезания пришли братья Иосифа там, и они, в общем, уничтожили просто целый город, несколько человек. А здесь надо на глазах у своих врагов обрезаться. Это говорит о том, что Бог хочет, чтобы они доверяли Ему, когда они будут брать обетованную землю. Обетованную землю нельзя взять без доверия Богу. Но не только это. Дело в том, что они обрезались для того, чтобы расстаться с чувством вины. Это поколение не обрезалось.
Бог прокормил их в пустыне, в необитаемом, просто невыживаемом месте. И они знали, Бог верен, Он с ними в завете. Но каждый раз, когда израильтянин шел в туалет, он знал, что он свою часть, совсем небольшую, но не выполнил. И это досаждало чувством вины. Нельзя взять обетованную землю с чувством вины, обрезаться и вперед. И тогда с дерзновением ты войдешь в свою обетованную землю. Аминь. Шестая проблема заключается в том, что иногда у нас есть неудовлетворенность от служения, которое мы выполняем. И эта неудовлетворенность, я подразумеваю, которая пришла от Бога. Филиппийцам 2:13 говорится, что Бог производит нас хотение и действие по своему благоволению. И в Царстве Божьем так случается порою, что мы выполняем не то, к чему мы призваны. Это абсолютно нормально. Если мы зрелые люди, мы не должны там, нам поручают что-то, а мы, например, ну, говорим, я к этому не призван, пусть другой кто-то. Вот. Это незрелость. Это нормально, когда ты в теле Иисуса Христа, может быть, будешь делать не то, к чему ты призван некоторое время, когда этим никто не может заняться. В моей жизни был такой момент, когда я был служитель академии, все, что мне хотелось, это, знаете, это молиться, это в библиотеке читать книги, это проповедовать, это консультировать студентов и готовиться к следующим лекциям. Вот это то, что мне хотелось. И вдруг у академии нужно было продлить лицензию, и вдруг мне сказали: «Александр, тебе нужно составить учебные планы, программа, бакалавриат, магистратура, как там вот эти кредиты там набираются, все». И это не я вообще, это... Некому. Ты этим займешься. Это был вообще не я по внутреннему содержанию. Но вы знаете, напрягся, постарался, с кем нужно посоветовался, встретился. Прошли месяцы, все получилось. И я опять взялся с удовольствием за свое старое дело, о котором мечтал делать. Понимаете? Это зрелость, это нормально, когда некоторое время ты выполняешь не то, к чему ты призван. Вы знаете, в Царстве Божьем, когда мы рождаемся свыше, мы не выбираем, чем мы будем заниматься. Ефесянам 2:10 говорится, мы его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть не ты выбираешь, буду апостолом, буду тем, буду этим. Это не твое. Твоя задача – определить, кем тебя Бог сотворил во Христе Иисусе. И вот этим заниматься. Но дело в том, что иногда бывает так, что ты будешь делать не то, к чему ты призван. Это необходимо. Иногда мы даже ногой ловим чашки. Бывало у вас так? Упала чашка, ты ногой, не рукой, потому что руки были заняты. Ну, так вот в теле Христа. Но совсем другое дело, когда ты имеешь призвание к чему-то одному, но ты на постоянное делаешь что-то другое. И вот здесь у человека возникает чувство неудовлетворения. Я хочу сказать, оно от Бога. Потому что Бог говорит, ты в каком-то смысле не отзываешься на то, к чему я тебя призвал. Ты занимаешься не тем. Вот пастор, он занимается, знаете, он ложится и спит, и видит евангелизации, он видит неспасенных людей, он видит стадионы, он находит людей в деревнях. У него сны такие, и он их видит постоянно, он мечтает об этом, но он пастор. А на самом деле он евангелист. А евангелист, он уезжает с очередной евангелизации. Он не думает о будущем, он оборачивается назад. Как там об этих позаботились, не позаботились? Он пастор. Им бы поменяться между друг с другом. Вы знаете, можно заниматься не тем, к чему ты призван, и иметь результаты, но наслаждения нет. Вот этого удовлетворения внутреннего нет. Это как в старой истории про нож и открывалку, которые поспорили, кто больше банок откроет. Вы знаете, нож победил, открыл 300, а открывашка только 200. Только из-за зубрин ножа капали большие-большие слезы. Результаты есть, а удовлетворения нет. Можно ложкой порезать хлеб. Можно ножом заворачивать шурупы. Можно вилкой кушать кашу. Можно старый телек смотреть и переключать каналы при помощи удочки, тыкая, знаете, на каналы там, знаете, находя их. Все это можно. Предназначение этих предметов другое совершенно. Но можно. И очень плохо, когда тело Христово, оно таким образом начинает функционировать.
И седьмая проблема, о которой я хочу сказать, это мотивы. Я хочу привести вам пример Валаама. Священное Писание говорит о том, что Бог ему позволил пойти, только ты будешь говорить то, что я тебе скажу. Валаам встал и пошел, и сказано, Бог прогневался на него. Нам непонятно, Бог позволил, и вот он прогневался на него. В чем проблема? Новый Завет нам говорит о проблемах в сердце, что его мотивация была мзда неправедная. 2 Петра 2:15 говорится, оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Внешне он послушен, мотивы неверны. Так вот, человек, идущий прямым путем, идущий по следам Иисуса, и человек, который идет по следам Валаама, часто не отличаются друг от друга внешне. Внешне они делают одно и то же. То, что их отличает, это позиция сердца, из-за чего, из-за каких мотивов они делают то или другое. А в глазах Бога это очень важно, наши мотивы. От этого будут зависеть наши награды. В 1 Коринфянам 4:5 апостол Павел говорит, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь и не осветит скрытое во мраке, обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Господа. От Господа. Священное Писание говорит, что в сердце человека это глубокие воды помысла человека, и мудрые вычерпывают их. Мотивы сердца невозможно обличить. Это твоя задача – вычерпать свое сердце и задать себе честные вопросы. Почему я занят тем, чем я занят? Почему я делаю то, что я делаю? Я это из любви к Господу делаю? Или кому-то я хочу что-то доказать? Или я говорю со своими родителями, или там, со своими близкими? Или это конкуренция, или по каким-то другим причинам? Я просто прославиться хочу. Почему я делаю то, что я делаю? Мы должны задать эти вопросы. Может быть, я жениться хочу, или я замуж хочу выйти. Вообще есть проблема такая в церкви. Молодые люди посвящены, жертвенны, служат до свадьбы. После свадьбы раз, и исчезли из церкви. Знаете, когда ты смотришь финал, то они все это делали просто для того, чтобы жениться и выйти замуж. Вот и все. Попробуйте сестре подойти, вот пока она там полы моет, и сказать, ты знаешь, ты это делаешь, чтобы замуж выйти. Скажи, да вы что, я Господа люблю, я невеста Иисуса. Она не примет всего этого, потому что мотивы невозможно обличить. Брату скажите, ты стулья расставляешь, потому что ты вот, жениться хочешь. Вот. Он не примет. Это наша задача – вычерпать глубокие воды и сказать себе, почему я делаю то, что я делаю. Я еще раз прочитаю стихи, с которых мы начали. Матфея, 23 глава. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Аминь. Очисти внутренность чаши. Вы знаете, мы часто настроены на то, чтобы изменить мир, изменяя других, вместо того, чтобы изменить себя. И мы порой очень требовательны и такие судящие по отношению к другим, но мы все-таки милостивы к одному человеку. Это мы. Библия приглашает нас, наоборот, быть строгими к себе и милостивыми к другим людям, вникая в себя и в учение. В начале 20 века был человек, его звали Альфред Гарр. И он практически 4 десятилетия потрясающим образом служил, около 100 церквей насадил. Это был человек, который приезжал, и он проводил собрания до той поры, пока Дух Святой не начинал падать на людей в палатке. И тогда люди просто начинали сокрушаться, какие-то чудеса начинали происходить. И когда он говорил, мне нужно идти дальше, то он просто оставлял вот какого-то лидера и шел дальше. И просто таким образом поднимались в церкви. И все повторялось точно так же, классически у него было. И он, знаете, не был такой харизматичный, чтобы там ходить. Он всегда стоял за кафедрой и молился. Он тоже как-то, знаете, очень просто. И, скажем так, не было вот никаких таких странных проявлений Духа Святого, чтобы кто-то смеялся, кто-то падал. Люди каялись. Вот было классическое проявление. И какие-то были удивительные чудеса исцеления без его возложения рук.
Однажды он служил в одном городе, и там служил Чарльз Прайс. У Чарльза Прайса все происходило иначе. Он проповедовал об исцелении, он возлагал руки, люди в конвульсиях падали там. И один человек рассказал ему, шофер рассказывает там, у Чарльза Прайса все вот не так, как у вас. Он говорит, это, по-моему, не от Бога вообще, вот это все. И у него башка начала трещать. Голова разболелась просто, и они едут, и чем дальше, тем хуже. Он говорит, разворачивай, поехали Чарльзу Прайсу на собрание. И он приехал и успел к молитве. Вышел и сказал, я осудил вас, я тоже человек Божий. И просто посчитал, что вот то, что здесь происходит, это не от Бога. Я каюсь. Я хочу попросить у вас прощения. Чарльз Прайс помолился за него, он упал в конвульсиях. Оказывается, все настоящее. И они стали такими хорошими друзьями. После этого они вместе с семьями несколько раз проводили отпуск и вместе даже несколько раз служили. Начни с себя. Не пытайся изменить мир, меняя других. Начни с себя, вот тогда у тебя возникнет опыт и возможность послужить тактично, корректно другим людям, так, чтобы им помогло. Практически очень трудно принять от человека с бревном исправление, когда он не работает над собой, но видит твои соринки, твои щепочки в глазу. Я призываю вас встать. И давайте помолимся. Господь, мы приглашаем Тебя. Дух Святой, я прошу Тебя о том, чтобы Ты сошел на это место во имя Иисуса Христа. Сойди на наши жизни духом сокрушения и покаяния. Господь, прости нас за судящий взгляд, за критику. Господь, прости нас. Помоги нам быть требовательными к себе и милостивыми к другим. Двигайся, драгоценный Господь. Я прошу Тебя, чтобы Ты исцелял сегодня раны в сердце. Пусть разорвутся душевные узы во имя Иисуса Христа. Помоги принять решение не кормить эту связь. Если нужно встать в позицию подотчетности, чтобы кто-то повел в этом процессе, найди этих людей, которые сражаются в этом. Дух Божий, помоги, Господь, исцели браки, чтобы там, где нет настоящей любви по этой причине, потому что присутствует эта внутренняя неверность, Господь, чтобы Ты исцелил, чтобы муж принадлежал жене, жена принадлежала мужу. Господь, исцели силой Духа Твоего Святого. Господь, исцели раны, обид, там, где нас предавали, кого-то насиловали, унижали публично, говорили очень злые слова, самые мягкие, нежные места, сферы, которые нам были так дороги. Господи, помоги нам отпустить. Помоги нам отпустить, помоги нам простить. Аллилуйя, аллилуйя. Робо чита хата кея селара каяда хиса хей. Курам бреши кети ганда кира толоро турита ласа хея. Шабата салечия качиндра брудза лея, рики наса хей, шондри киса хи. Аллилуйя, аллилуйя. Мы зовем Тебя, мы влечем Тебя, Господь. Ты наш врач, Ты наш доктор. У Тебя елей, у Тебя бальзам, у Тебя пластырь, Господь. Очисти наши язвы, наши раны в наших эмоциях, там, где мы просто... Нам сносит голову, мы просто выплескиваем горечь, злые слова, ярость, гнев, раздражительность. Нас трясет, Господи, помоги нам, Ты господствуй над нами, что мы могли сказать, что уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня.
Мы предоставляем Тебе наши эмоции, исцели нас. Полностью восстанови нас, Господь, мы просим Тебя. Помоги нам простить, Господь, скрытые обиды. Помоги нам увидеть, что мы кого-то долго не прощаем. И убедили себя, что у нас все нормально. Я прошу Тебя, Отец, чтобы Ты помог людям справиться с чувством вины. Если нужно, смириться и принять Твое прощение. Не зарабатывать прощение, но просто принять. Господи, если нужно, возместить долги, и чтобы наше покаяние было настоящим. Господь, мы просим Тебя, помоги нам. Там, где дьявол лжет, Господи, помоги нам принять Твое прощение, Твою истину. Если нужно, совершить исповедь для того, чтобы получить этот мир в сердце, необходимый нам. Господи, Твое Слово говорит, что через Твою жертву, благодаря Твоей жертве на Голгофе, благодаря Твоей пролитой крови мы имеем мир с Тобой, мы примирились с Тобой. Пусть Твой покой, Твой шалом, он опустится в наши сердца. Аллилуйя, аллилуйя. Кира бреши, кичиган захи. Кура баталея, тики нава суда гечи, шеги дон масая хидаги. Мы с дерзновением идем к Тебе навстречу. Мы уверенно идем к Тебе навстречу, Господь. Аллилуйя! Речи, кичи, эй! Торо тос лочи якачиндагая. Рибра сеен тикинадза. Господь, может быть, Ты давно нас к чему-то влечешь, чтобы мы взяли за что-то. И мы просто откупаемся, возможно, своей деятельностью в других сферах. Господи, помоги нам откликнуться, помоги нам согласиться то, к чему Ты призываешь нас, то, для чего Ты на самом деле сотворил нас во Христе Иисусе. Аллилуйя! Родо лория кариндагад захищеней. Господи, пусть Твои желания запульсируют, забьются внутри нас. Пусть они не дают нам покоя, захватят нас. До той поры делай это, пока это не реализуется в нашей жизни. Господи, и дай нам свидетельство, что мы не ошибаемся. Господи, веди нас Духом Твоим Святым. Ты производишь хотение и действие по Своему благоволению. Господи, помоги нам дать оценку своим мотивам. Вот мы активны, мы засучили рукава и что-то делаем. Господи, для Тебя ли? Помоги нам задать эти честные вопросы, исследовать свое сердце. Помыслы человека глубокие воды, но мудрые вычерпывают их. Помоги нам, Господи, разглядеть эти области в своем сердце. Пути, не следуем ли мы по следам Валаама? Может быть, мы за какую-то валюту делаем то, что мы делаем. Мы просто хотим быть известными. Мы просто желаем, чтобы нас заметили. Мы делаем это для родителей, для жены, для мужа. Господи, помоги нам сделать то же самое ради Тебя, Господь. Ради Тебя, просто из любви к Тебе, Иисус. Аллилуйя! Реги шида ганда, кира преса лочия вачида курахая, рибра сей вачида ганзахи. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, исцели нас внутри. Помоги нам смириться перед Тобой. Помоги нам настроиться на этот процесс смирения, потому что этот мозоль постоянно поднимается. Помоги нам открыть себя для служения другим. Для служения другим. Не тянуть одеяло на себя, но послужить другим. Что я могу сделать для других? Рочи кита гая. Кида блес, лочия качида блес. Господь, мы также просим Тебя о исцелении тел наших. Господь, сотвори чудеса. Господи, исцели сосудистую систему. Лимфоотток, у кого отеки на ногах, а в других частях тела, сотвори чудеса, пусть это исчезнет во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Ринда блечи кичигарахая. Я провозглашаю исцеление в ранах Твоих, Господь. Духом Твоим Святым совершай свою работу. Любая болезнь, Господь, пусть уступит перед властью имени Твоего, Господь. И имя Твое да будет возвеличено и прославлено.
выведи людей из депрессии, уныния и наполни радостью, Господь. Наполни радостью, Господь. Оживи отношения с Тобою, Господь. Полей, повей на наши отношения с Тобой, на время над книгой, на наше молитвенное время, чтобы мы стихи на ходу читали, чтобы мы песни Тебе пели. Господь, складывали новые слова в хвале Тебе. Господь, яви свою славу. Я также прошу Тебя, чтобы Ты крестил Духом Святым. Тех, кто жаждет и никак не мог получить этого. Господь, погрузи в Твое присутствие со знаменем, говорение на ином языке. Господь, сотвори чудеса, пусть это просто польется изнутри. Лори кира хада беши, кита ханда бручи лира хая, кида бей, ни красоту лочи кинчига. Господь, исцели служение, которое нам доверено. Ты наш врач и можешь исцелить. Господи, то, что мы делаем неправильно, то, что мы делаем не совсем корректно, нечистыми руками, Господь, как хирурги, мы просим Тебя, яви свою славу. Помоги нам, помоги нам. Мы хотим быть созидательными, мы хотим быть по-настоящему полезными для Царства Твоего. Убели нас, очисти. Поправь, Господь, то, что нужно поправить. Аллилуйя, аллилуйя. Господи, мы направляем свое сердце к Тебе. Мы поправляем свои светильники внутри наших сердец, Господь. Пусть из Твоих ладоней будет вылито масло, Господь, на наши жизни. Просим Тебя, обнови наши отношения с Тобой. Пусть новый елей придет, освежение придет в нашу духовную жизнь. Мы ищем Тебя, мы жаждем Тебя, мы нуждаемся в Тебе. Я еще раз прошу Тебя о семьях, Господь. Благослови каждый брак, каждый дом. Благослови семьи, Господь, исцели. Пусть созидание придет, созидание Духа Твоего Святого. Самые сложные узлы пусть развяжутся. Помоги слышать друг друга. Помоги увидеть лучшие качества. Пусть самые злые очки, которые дьявол, все, что вот это надел на наши глаза, пусть будет снято, чтобы мы видели положительное, а не злое, какие-то пороки, недостатки. Господи, помоги нам видеть преимущества, которые есть в наших половинах, и благодарить Тебя за это, Господи. Увидеть, как много хорошего есть в наших женах, мужьях, Господь. Помоги, благослови. Лори кира хада блечия, шонуро курида бара карида, лори хита кей. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Аллилуйя, аллилуйя. Рого шида хей. Никрасен тикина мачита лоса рита ханда, риса веши. Ищем Тебя, жаждем Тебя, устремляемся к Тебе, Господь. Еще больше, наполняй нас, Господь. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа весь Божий народ скажет –